яко ты еси воскресение, живот и покой усопших раб твоих вождей и воинов, великой отечественной войне увеченных и на сем месте страдальчески почивших, Христе Боже наш, и тебе славу воссылаем, с обезначальным твоим отцем, со пресвятым и благим и животворящим твоим духом, ныне и присно и во веки веков. Освящается знамение сие крестное, окропление воды сие священные во имя Отца и Сына и Святаго Духа. С особым чувством глубокого удовлетворения и радости я совершил заупокойное литию на этом месте. Может быть потому, что я хорошо помню тех людей, память о ком поставлен этот крест. Это люди, получившие тягчайшие увечья в Великой Отечественной войне. Я в жизни своей не видел таких уродцев. Многие из них не имели рук и ног. Они были лишены всего. Но более всего, наверное, испытывали мук от того, что Родина, за свободу которой они отдали свое здоровье и даже свою жизнь, не нашла возможным сделать ничего лучшего, как отправить их сюда, на этот холодный остров, подальше от общества победителей. Их никто не должен был видеть. Никто не должен, взирая на их раны, осознавать всю бездну скорби, принятую народом нашим во время Великой Отечественной войны. Их условия здесь мало чем